в нормальных условиях. Пожалуйста, берите в крошине. Берите. А вы получили письмо? Счастье? Ну, естественно, и должна получить. Я как бы ремесленник зарегистрирована. Я пришла платить налог. Спросила мне, сказали, да, вы в списках есть, вы получите свою. Я, естественно, я знала, что я получу. Но я за 2 миллиона работать не смогу. Я зарабатываю свои миллиона, 2 миллиона дома. Сидя, делая свои вещи, я ремесленник. И я должна кому-то платить. Я за сколько я живу, я только в школе обращалась, в больнице. Я ни разу не была ни на приемах. Если у меня что-то заболит, к нам в поликлинику добраться. Ночевать надо, по большому блату. Надо было срочно. Заплатили, мы заплатили и пошли к врачу. Все, надо, едем в Минск. В платные консультации, потому что у нас здесь... Не добиться до врача, чтобы кто-то что-то полечил. Все, я государству ничего не должна. Я вырастила 3 детей, всех подняла на ноги. Все. Не пользовалась никакими льготами. Сама все делала. Дякую. Ну что? Родительские комитеты как собирали, так и собирали. А куда с этого счета деньги пойдут? Вот я хочу своему ребенку в садике купить что-то. Они сказали, на счет положить, на счет.